Данияр получил. Боец не могу. Весовая категория 77 килограмм, рост 175 сантиметров. Мастер спорта по ушу санда. Мастер спорта по ММА. Мастер спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Команда ОГПИ. Ош. Тренер Маткаримов Нурбек. Уроженец Ошской области, село Ахджар. Встречаем. Худайберджиу Санжарбек. И его соперник. И весовая категория 77 килограмм, рост 169 сантиметров. Мастер спорта по боям без правил. Мастер спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 5 побед, 1 поражение и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда «Мангуст», тренер Тугизбаев Мансур. Узбекистан. Абдуганиев Сироджиддин. Не уверен, что сумею произнести имя узбекского бойца. А вот Кудайбердиулу Санжарбек. Он представитель поселка Акжар. И последний бой этого вечера. И действительно вышел уроженец Ошской области. Этого непосредственно села, в котором проходит данный ивент. И ключевой и самый главный бой вечера. Два мастера спорта выяснят между собой, кто же сильнее. Санжарбек начинает работать в корпус, роняет Абдуганиева на настил. И пошли удары коленом в корпус. Абдуганиев пытается сейчас душить противника, но Санжарбек не из простых. Вырывается из этой ситуации. И пошел работать правой рукой по голове. Здесь нужно судья останавливать. Здесь, да, Абдуганиев без сопротивления. Пятая победа в карьере Кудайбердиулу Санжарбека. Поздравляем его с этим достижением. Ну и, собственно, вот так завершается ивент WEF Selection 14 в поселке Ахжар. Заканчивается победой местного уроженца Кудайбердиулу Санжарбека. Поздравляем его с этим достижением. За 45 секунд техническим нокаутом победу одержал Кудайбердиулу Санжарбек. Ну и, собственно, мы на этом прощаемся, друзья. Смотрите World Airtime Match на телеканале НТС Спорт.